газонокосилка. Чтобы отрегулировать высоту скашивания, вот эту ручку отводим сначала в сторону и делаем выше, ниже. Все легко и просто. Все, отрегулировали. Дальше. Включаем розетку. Включаем розетку через переноску, через длинную, само собой. И заводим. Чтобы завести, нужно одновременно нажать на эту кнопку и на ручку. Все. Когда наполнился бак травой, снимаем его. Снимаем. Вытряхиваем траву через это большое отверстие. Красную крышку от черного бака не отделяем. Если отделили нечаянно, то после этого вот эти все защелочки аккуратно вставляем друг в друга, красное в черное, чтобы все крепилось жестко. Все, вот так сняли, вытряхнули, поставили на место. Давай, как мы ставим на место? Приподнимаем крышку, вставляем. Все, она на месте. Готова к эксплуатации.